что, дорогие мои, всем привет! У нас сегодня будет с вами очень необычный обзор. Это обзор моих пустых баночек. И так много, потому что это обзор пустых баночек за 3 с лишним месяца. То есть я не снимала где-то месяц, нет, не месяц, где-то недели 2 пустые баночки. И потом мы 6 сентября мы улетели в Джубгу лечить дочку на интенсив. Там мы были 15 дней, потом 17 дней в Сочи, потом сколько-то дней дорога. В общем, 36 дней нас не было. Мы лечили ребенка на интенсиве с центром «Доброе слово» во главе Сорокиной Дины Владимировны. Да? Вы можете загуглить, посмотреть. То есть там лечат деток с раз, и в принципе мы к ней уже ездим не первый год. Ну и какой мне сюрприз сделали домашние, так как они тут остались, они тут жили, тут работали хозяюшки по дому, да, кого-то мы отправили в отпуск, еще что-то, в оплачиваемый, конечно же. И та-дам-да-дам-да-дам, они все это складировали. У нас на балконе есть пару шкафчиков пустых, и они туда складывали, и решили, ну, Аня приедет, снимет, ей же надо, у нее же бизнес. Вот, я, конечно, это не ожидала, я думала, я уеду, и они, ну, выкинут. Не тут-то было, и вот, когда я прилетела уже из Сочи, с интенсива в Киров, у меня было всего 3 дня на сборы в Турцию. И понятно, что я пустые баночки снимать не стала, они мне про них сказали, я была шокирована, я не стала снимать. И потом, такое, наверное, длинное предисловие, у меня первый раз в моих пустышках, мы уехали в Турцию. В Турции я очень сильно выдохлась, потому что там была огромная команда, и выдохлась еще по той простой причине, что я делала то, что раньше никогда не делала. Я выступала на сцене в спектакле «Непридуманные истории». Это было до такой степени сложно и тяжело, но вы можете загуглить на ТВ «Фаберлик». Нас было 12 актеров, и у меня муж со мной вместе участвовал, да, ну, то есть 12 семейных пар. Мы очень много репетировали, устали, остались в Турции, потом еще на 5 дней отдохнуть, потому что были выжаты как губка из-за вот этих вот новых впечатлений, нового обучения во главе Олега Куксовского. Вот, конечно, он нас очень много вложил, и я очень много получила знаний, и эти знания, они бесценные, нигде их столько не получишь, как на живой практике у самого настоящего режиссера, известного, и мы были просто в шоке над тем, как он старался и как он нас складывал свои эмоции. И вот сейчас, на данный момент, мы приехали домой, и я решила снять все-таки все, но 31 октября нам всем ставят ковид, мы слегли, всех отправили домой, не дай бог там кто что заболеет, и своими силами тут жили. И вот эти пустышки я уже начала копить, не зная про предыдущие пустышки, да, которые за 2 недели до 6 сентября начали копиться. И вы представляете, какой сюрприз был, когда мне все это вот недавно выставили на стол, и я поняла, что это пылесос из-за этого шума. Вот. И такой был у меня прям шок, что моя семья обо мне так позаботилась и сказала, ну как, у тебя же бизнес, у тебя же все, тебе надо снимать, мы про это знали, мы все складировали, мы все хранили. Ну, очень, конечно, приятно, но, как вы видите, объемы огромные, но эти объемы начали создаваться за 2 недели до 6 сентября. В общем, вы понимаете срок, да? Сегодня у нас 02.12. Ну что ж, давайте начнем. Несколько пустых баночек, они потерялись, к сожалению, тут есть не все. Очень много мы использовали в Джубге, и гели для душа, и шампуни, и все пустые баночки, понятно, что мы оставили там, мы их с собой не возили. Очень много новинок, VIP-новинок, да, то есть они сюда не вошли. То есть 2 месяца семейство Кононовых пользовалось и выкидывало все в отелях. Поэтому тут именно домашние пустышки, мы с собой пустышки ниоткуда не привозили. Давайте же начнем, наконец-то, а то 5 минут предисловия, это вообще что-то с чем-то, но я не могла про это не рассказать. Итак, таблетки для посудомоечной машины. Отличные таблетки, 20 штук, но они мне не понравились, потому что их нужно чистить. Каждую открывать, чистить. И зачем, когда есть удобные биокапсулы для посудомоечной машины, которые идут в растворимом уже материале, в растворимой капсуле, вы ее кладете, и все, хорошо, да? То есть, и вот эти я больше не стала заказывать по той простой причине, что неудобно, но они нормальные, хорошие, как бы никаких претензий нет. Плюсом, чем эти отличаются?
называются, да, есть вода жесткая, а есть вода обычная. Так вот, для жесткой воды все-таки отмывают лучше и намного лучше. Ничего не использую, кроме этих капсул, ничего дополнительно не добавляю. Капсулы просто огонь. Ну, там такой запечатанный порошочек. Артикулы я тоже называть не буду в этом видео, потому что тогда видео будет 5 часов идти. Далее, стиральные порошки для белых и цветных тканей. Их тоже было много. Я сказала, оставьте только один. Реально много было. Отличный порошок, тоже нравится. И вот эта вот линейка Home Bloom Greenly, она создана специально для жесткой воды. Вот. Далее, чистящее средство для кухни и ванной. Еще старая-старая версия, потому что новая версия пришла ко мне уже вот буквально на днях, а старую версию я брала 5 штучек перед отъездом, потому что свою хозяйку по дому я просила помыть, прогенералить, пока нас нет, ну вот, чтобы все было хорошо с квартирой, потому что когда людей нет по 2 месяца дома, представляете, да, цветы надо полить, кошечку покормить и все такое прочее. И, конечно же, пыли много копится. Концентрированное средство для мытья посуды сочный грейпфрут. Обожаю этот аромат. Несколько гелей для унитаза. Тоже Home Bloom Greenly. Вот такая вот для меня лично новинка. Это концентрированное универсальное средство. Мы моем пол. Отлично. Мне понравился вот этот вот свежий аромат. Все здорово и классно. А предыдущую коричневую версию я вообще перестала заказывать из-за того, что мне больше понравилось вот это биосредство моющее с натуральными эфирными маслами для жесткой воды. И я им все время мыла пол, все было хорошо, замечательно. Давайте некоторые артикулы буду все-таки называть, средства, которые мне прям must-have мои, да, артикул 10897, вот это мне средство очень нравилось, и по моющим свойствам, и по всем, а то средство, оно, ну, что эти шампунь, что ли, пахло, и я не очень люблю такие ароматы, шампунь, он должен быть шампунем, а не средством для пола, и как-то нос все время путал, и как-то было не очень хорошо, да, то есть, ну, не тот кайф, а вот это средство, да, оно идет с цитрусом и мятным маслом, и очень приятные, прямо очень приятные, я прям была довольна, осталась прям довольна. Далее, средство для чистки духовок и плит. Раз, так, два, три, четыре. Они все идут сила цитрусов. Вы знаете, какой бы ни был аромат, все-таки вот эти вот масла, которые тут содержатся, они перебивают аромат, я вам честно скажу, потому что тут прям экологически хоть и чистый состав, да, но тут сода идет, да, то есть, ну, в общем-то, все биоразлагаемое, вот если вам прям увеличить, да, поставьте на паузу, почитайте вроде бы, да, но все равно запах есть такой, вот знаете, который перебивает даже апельсин, но намного лучше стало, да, намного лучше, и вот свежесть мяты, средство для чистки духовок и плит тоже очень-очень понравилось, это новинка. Далее, пятновыводитель. Не совсем поняла разницу жидкого пятновыводителя с пятновыводителем-порошочком. Знаете почему? Потому что, мне кажется, они абсолютно одинаковые. Вот. Может быть, вот этот пятновыводитель, его нельзя трогать руками, а этот все-таки можно. Вот и все. Вот этот, он более так жестко к рукам относится, и руки больше страдают. Вот. Поэтому вот этот пятновыводитель, как-то вот он идет как порошочек, а этот просто нужно в машину наливать. Вот это чисто машинный вариант. А если вы будете стирать вручную этим пятновыводителем, то только в перчатках. Он сразу же выжигает белые пятна на коже, и кожа потом болит. Вот это прям факт. Далее, отбеливатель, тоже его было много, но штучка отличная, замечательная, поэтому я сюда уже один поставила, потому что, ну, вот просто не влазит. С отбеливателем мы стираем, да, то есть в отделение для порошка мы кладем порошок, для отделения предварительной стирки мы кладем или отбеливатель, или пятновыводитель, этот, в принципе, без разницы, да, что вот этот, что вот этот, что вот этот, они все нормальные, да, но отбеливатель, понятно, что это не для цветных тканей, а пятновыводитель можно использовать и для цветных тканей. Вот, дальше, мыло детское для стирки, им я люблю стирать что-то такое, застирывать маленькое, или
например, стирать кисти. Очень жалко, что его нет, мне очень понравились именно кисти стирать. Вот, дерматологически протестированы, без красителей, без задушки, просто мыло для стирки детского белья. Да, то есть где-то что-то вручную застирнуть, вот очень нравилось им мыть кисти. Оно, его уже нет в наличии, я его помню, что поняла, что что-то оно есть, то его нет, я поняла, что оно не очень востребовано, и я тогда его взяла вот 10 штук, и у меня 2 штучки еще осталось, ну и потом пойду искать магазин, чем постирать, потому что кисти жидким как-то мне неудобно стирать. Далее, конечно же, концентрированный гель для стирки белого белья, куда же без него, для стирки детского белья, да, 1, 2, 3, 4, 5, так, это, наверное, 6, да, 6 штучек, потому что Вика у нас ночью уплывает. Сейчас нам еще дали один совет, мы уже что только не пробуем, нам 8 лет, она ночью уплывает у нас. И, ну, детский Нурез, я имею в виду. И, конечно же, мы решили ее отправить на микрополяризацию. Вот сейчас ждем, пока она выздоровеет. Сегодня она пошла первый день в школу. 1,5 недели мы были на больничном. Вот она сейчас 3 дня в школу походит, попривыкнет. И мы ее заберем на выходные на микрополяризацию. Вот говорят, прям штука классная. Вот забейте в интернете. У меня подруги тоже есть с особенными детьми. И они, им прям понравился эффект. Вот. Далее, средство для стирки. Это абсолютная для меня новинка. Оно очень понравилось мне, моей свекрови. Оно идет без запаха, в общем, все кайфуют. Артикул 8003, прям советую. Далее, концентрированный гель для стирки цветного белья, для стирки белого белья, для стирки деликатного белья, да, получается. И вот такие вот биогели для стирки Home Gnome Green, это тоже нам понравилось. Причем разницы особо я не поняла. Вот эта формула против пятен, я помню, что он был по акции, я его и кликнула. Еще он был полный балл, да, знаете, иногда у нас бывает полный балл, но по акции я тогда кликаю побольше. И девочкам в своем чате рассказываю, что 50 баллов легче делать полным баллом, да, потому что полный балл 50 баллов, это получается 3750, ну и плюс доставочка сверху, да, 4000. А промо-балл это 7500. И те, кто понимает, что такое бизнес, иногда вот мы берем по полному баллу, да, в чате пишем, что полный балл и со скидкой. Вот, и вот тогда я его взяла, и вы знаете, распробовала, отличное средство, отличное белье, мягкое, гладкое, в общем, все хорошо. Так, это для деликатной, для белого, в общем, тут все уже перепутали. Кстати, вот эту всю тару мы чистим и отправляем на пункт выдачи. Пункт выдачи, ну, где мы получали, пункт выдачи уже отправляет эту тару обратно в компанию Faberlic. Понимаете, прямо эко, ой, прямо эко компания, которая делает не только себя лучше, не только нам дает возможность развиваться, да, не только нам дает обучение, поездки. Вот мы же в Турцию, мы же летали за счет компании в Турцию. Вы представляете, на 7 дней люди all inclusive в шикарном отеле жили за счет компании Faberlic, за то, что они просто сделали статус директора и подтвердили его. Это шикарно. И вот не только она заботится об своих консультантах, но и о будущем природы и утилизирует вот такой вот пластик на вторпереработку, и это суперски. Далее, концентрированный гель для стирки черного белья, очень его любим и пользуемся уже годами. Так, ну и кондиционеры. Вот этот, кстати, мне нравится меньше всех. Орхидея и кашемир нравится меньше всех. Это бальзам 0+, Викины одеялки, там еще что-то стираем. Так, вот, и вот эти два, это мои любимые. Получается, восточный пион и розовый бархат, мои любимые, я прям их обожаю. Вот этот тоже мне не очень понравился, дыхание Прованса. Вот, что мне еще? Вот наши вот эти вот ополаскиватели, я вам скажу честно, мне не очень нравятся и ценой, и качеством. Вот мы недавно приобрели вот такой вот, да, всех по одному. Я взяла, я очень любопытная, я люблю новинки. И я взяла парфюм для стирки, Бритонский приз, артикул 8010. Вот знаете, запах до такой степени минимальный, что вообще такое чувство, что мы его не добавляли. И мягкость точно такая же, как и вот от этих, которые хорошо пахнут. Вывод. Вот этот, он стоит в 2 раза дороже, нежели вот этот, да. Но вот у этого запаха практически нет. И он подойдет, допустим, моей маме, которая чихает от любого запаха, аромата с глубокого детства. Причем, если кто-то нанес на себя
себя парфюмерную воду, например, в прихожей, и довольный ушел гулять, да, я сейчас не про свекровь, а про свою маму говорю, вот, то мама будет чихать час, а может и два часа. Причем так громко, и-ха, на всю, да, квартиру. И у нее эта реакция, она идет с детства. И она не знает, почему у нее эта реакция. У нее ничего не чешется, глаза не слезятся. Она просто начинает чихать. И говорит, господи, как вы со своими парфюмами заколебали. Вот, потому что ей, ну реально, у нее уже голова начинает от чиха болеть, а чих не прекращается. Поэтому мы всегда носили маленькие раньше мини-версии парфюма у себя в сумочке. Или мы выходим в подъезд, на улицу, и тогда его на себя наносим. Тогда и маме хорошо, и нам было хорошо. Так вот, вот такой как раз подойдет моей маме. Я знаю, что очень много таких людей, которые чувствительны к ароматам. Но понять не могу, почему он практически в два раза больше стоит, нежели вот эти ополаскиватели. Но он достойный по качеству, по одежде, да, посмотреть, одинаково, не могу сказать, который лучше, который хуже, вообще никакой разницы. Ну и, конечно, моем руки. Детское, взрослое, мое любимое, кстати, со вкусом клубнички, вот, ухаживающее со вкусом клубнички. Сейчас у нас везде мыло беси стоит, во всех мойках, во всех раковинах, поэтому скоро будет наплыв бесишных пустышек. Как мы смеемся. Вот, далее, домыли вот это вот мыло, даже не знаю, кто его домыл, 26-22, пустая упаковочка, обычное мыло. Вот это мыло мы недавно вылили в наш новый дозатор, я его показывала вам в обзоре, 27-44, очень удобная, экономичная упаковка, 500 мл, прям шикарно. Очень понравилось то, что вот наши новые дозаторы, вот эти наборы для ванной, вот этот в бирюзовом оттенке, ровно 500 мл в себя вмещает. Это получается очень здорово. А вот этот вот пыльная роза, такой цвет, да, он 350 мл, и вот чуть-чуть осталось, и вот это вот раздражает. Хочется сразу упаковку вылил, выкинул в пустышки, и все, и тебе удобно, и вся семья пользуется. Вот этого, конечно, хочется, вот этого удобства. А когда флакончик 350 мл, ну, где-то надо хранить, потом это надо искать, если куда-то сунул, доливать. Я вот такая вот, я прям очень люблю удобство. Далее, шампуни для глубокой очистки. Он сушит волосы, поэтому будьте с ним поосторожнее, особенно блондинки с испорченными, пережженными волосами. Будьте с ним осторожны. Но он очень хорош перед укладками, прическами или после укладок, после причесок. Он очень хорошо чистит, промывает голову. Далее шампунь Арису. Это любимый шампунь моей дочери. У нее натуральные волосы, ей отличные. Вот она шампунь и бальзам Арису, да, вот этой линейки, очень любит, потому что ей его достаточно. Мне, к сожалению, этой линейки недостаточно. Я чувствую, как не допитываются мои волосы. И еще наношу сыворотку. Да, еще сыворотку поверху. Вот тогда нормально. Вот, шампунь мужа против перхоти. Зеленый чай на постоянной основе. Далее, значит, шампунь-бальзам 2 в 1. Это израсходовал папа. Сказал, больше не заказывай. Ему не понравилось. Я не знаю. Вообще-то, да, ему не очень понравился, он говорит, слишком резкий аромат, говорит, он сам по себе хороший, он пришел, похвалил, помылся, говорит, все нормально. Но, говорит, когда, говорит, этот аромат долго держится на волосах, говорит, мне неприятно, я не хочу, чтобы он так долго держался, поэтому я ему дала Антохин, говорю, мойся пока этим, там я тебе попробую что-нибудь подобрать. Слишком сильный аромат, ну, он говорит, волосы классные, мягкие, у него еще они кудрявые, седые, и они у него жесткие сами по себе, ему, конечно, 2 в 1, шампунь плюс бальзам, куда волосы мягче и приятнее, ему самому приятнее. Большая версия шампуня, детский шампунь. Далее еще один шампунь, шампунь Love. Вот от него, кстати, поскрипывают волосы, но не так сильно, как от шампуня Беси. И вот такой вот Black Detox. Катя им любит мыться иногда, ну как иногда, раз в неделю, там, да, раз в 2 недели. То есть он у нас может полгода в ванной стоять открытый, потому что у нее жирная голова, и все равно вот это сало скапливается, она иногда им время от времени пользуется. Или, знаете, вот после укладок, когда на вас тонна лака, когда вам с утра сделали прическу, к обеду она уже испортилась, потому что вы волнуетесь и все спотели, и вам переделают прическу и еще тонну лака, потом вечером еще тонна лака, потому что весь день фотосессия идет, да, или какое-то мероприятие идет. И получается, когда 3 слоя лака, лучше, конечно, вот такое какое-то средство. И потом хорошую питательную маску. Тоже супер. И вот этот шампунь, он тоже очень хорошо моет голову. И
Когда он делает глубокую очистку, да, он идет для глубокой очистки с вулканическим пеплом, 250 мл, артикул 7722. А потом, даже вот, если вы хотите, чтобы маска волосы хорошо пропитала, там кто-то делает две маски, перемешивает, кто-то масло еще в маску кладет, да, вот эти вот все уходовые процедуры с волосами, кто-то свои маски дома делает. Вот этот шампунь идеален для того, чтобы помыть им пару раз голову и потом наносить маску. Волосы просто вот очень хорошо очищаются и принимают потом последующие маски. И вот эта новая версия, вот это, можно сказать, старая версия, да, шампуня. Поэтому отлично. Гель для душа Lancelot мужской, обновляющий, получается, с персиком, молочными протеинами. Для чувствительной кожи гель для душа, к сожалению, не все дошли. Вот, мне очень понравился именно вот этот, я прям от него кайфую, потому что такой неуловимый аромат с алоэ вера, молочными протеинами, мне он очень понравился, он такой полугустой, беленький, хорошо очень пенится, в общем, для крема это такая моя отдельная любовь. Далее идет гель для подмывания 0+, это Викуськин. Так, дальше, два геля тоже для подмывания, это уже взрослые, пользуются им и Катя, и мой муж, и я, как бы, сухие шампуни, ну, конечно, это старая версия, но их было израсходовано куда больше, потому что в поездках у меня просто упаковка за упаковкой уходит, но вот дома только два. Зубные щетки очень мало поменяли, потому что заказывали их с собой в дорогу и так далее, и там выкидывали упаковки, понятно, что, да. Далее, значит, пены для ванной, пару штучек. Маска, кстати, классная маска, попробуйте, да, питание, укрепление, репейник и крапива называется. Пена для бритья, комплекс, это для купания, мы Викуську иногда, когда набираем ванну, выливаем треть тюбика, она купается, вот когда, знаете, бывает никогда что-то, много гостей, или сходили, сводили ее, ну, я не знаю, в какой-нибудь там центр детский, Леголенд, или еще что-то, и получается, что она такая перевозбужденная, и в связи с особенностями своего развития она не может успокоиться, ну не может. И мы вот тогда используем и бальзам мелатонин, да, вот это маслице, сейчас я вам его, кстати, покажу. Но у меня тут есть, да, ну вот эти вот малюсенькие, да, она, кстати, успокаивается, артикул 1269, масло, да, с мелатонином. И плюс ко всему, вот с чередой мы ее купаем, череда, она тоже успокаивает, календула, череда для купания и лаванда. Вот, тоже хорошо помогает. Ну, это такая, знаете, желтоватая жидкая водичка, там как бы этим не помоешь, но в ванну можно добавить, чтобы ребенок купался и делов не знал, что его тут успокаивают чем-то. Да, прикольно получается. Это, кстати, мой миньончик тут висит. Да, клевый. Я его как увидела, как он мне понравился, не могу. Да, далее антисептики, освежители для дома. Так, это пятновыводитель. Кстати, вот эти коробочки, пятновыводители, все очень много расходовали, но что-то до пустышек не дошло. Закончилась у нас, пока мы тут находимся, детская зубная паста. Больше брать не буду, потому что она очень понравилась Вике, и Вика ее решила покушать. То есть очень понравилась. Я ее хочу перевести на обычную, на мятную, ей уже 8 лет. Надоело воевать, потому что хочется какие-то пасты, которые безопасны для проглатывания, это 0+, как бы, да, и уже и коренные зубы у нее пошли, и все пошло, но вот эту пасту она прям жрет, она вкусная. Я решила, что, ну, нельзя ребенку с аутистическим спектром сказать: Вика, не ешь, она все равно съест, ну, вот она такая, поэтому уж слишком вкусна. Вот, но хорошая паста, сказать ничего не могу, лично по своим убеждениям. Тоже зубная паста груша, тоже, наверное, на взрослую будем переходить, как только закончится. Первый кремушек уже зима закончился. Это с прошлого года у нас осталось, но он лежал не распакованный, поэтому он пошел сейчас. Вот, помогает хорошо от всего и взрослым, и детям. Дезодорант антиперспирант, любимый у Антона. Моя любимая паста для чувствительных зубов. Мой, кстати, самый любимый был дезодорант до того, как появилась линейка Идео. Я сейчас больше такой заказывать, наверное, не захочу, а захочу заказывать тот, потому что тот еще лучше, еще круче, нежели этот. Но и этот идет очень вкусный, с освежающей мятой. Знаете, как вот эту вот свежую жвачку жуете. Далее, огромное количество вот таких тоников у меня для лица закончилось. Очень понравилась вот эта сыворотка
троечка от Варио. Она идет от поперечных морщин, артикул 0168. Попробуйте, вы тоже будете в восторге. Прям открытие-открытие для меня, потому что косметики много, и я ее тут увидела у себя на полочке. Думаю, божечки ты мой, я же брала эту линеечку. Я все 4 взяла и думаю, дай попробую. Ну, правда, классная. Классная, суперская. Так, дезинфекторы для рук заканчиваются у нас теперь маловато, потому что мы их в аэропортах, в поездах, в деревнях, да, везде повыкидывали. Мицеллярная вода. Мама очень сильно помолодела вот именно с этой линейки. Это дневной крем-лифтинг каскадного действия и ночной крем-лифтинг каскадного действия. Классный матридженик, 14 генов красоты, биомиметическая косметика. Далее вот очень много науходило вот таких вот спонжиков. Вот этот мне меньше понравился, вот этот, конечно, больше. Значит, вот рекомендую, кто любит, да, делать себе макияж, артикул 910-243, спонж косметический, вообще находка для меня, очень удобно и здорово, и наносится хорошо, излишки убирать, можно сухим, можно влажным. Далее мама пропила Доброген Актив, хотя я его брала папе, но папа у нас такой, что он не любит за собой следить. Он, если что, идет в больницу и колется там всякой фигней. Далее еда. Еды мы начали брать мало от Faberlic, потому что она вся нашпигована до такой степени много специями, что я не могу это кушать. А если я не ем, и все фыркать тоже начинают. У меня просто начинает болеть желудок с такого количества перца и паприки. Слишком все ароматизировано. Пусть там и натуральные вот эти все приправы, но я не могу кушать столько много приправ. Вот, и в компанию я уже неоднократно писала обращение, что сделайте эти продукты доступные всем. Можно же положить продукт и рядом пакетик с приправами. И пусть я треть пакетика добавлю. Зачем столько много приправ? Но вот что-то они меня не слышат. Много соли закончилось, не все пустышки дошли. Много очень закончилось стевии. Мы ее с мамой пьем вдвоем. Так, передвигаю уже, да, это чаи. Этот чай прикольный, но ничего особенного. Вот это прям новинка, на которой я хочу остановиться, чтобы вам было полезно. В кусочке апельсина, заварочка, да, она пропитана апельсином, но не хватает вот этих вот красителей, ароматизаторов, да, посильнее, потому что все натурально, но не так круто ароматизировано, как вот то, что с ароматизаторами. Все-таки нас жизнь разбаловала. Далее чаи, получается, фисташковый с ромашкой. Все-таки у нас лидирует самый-самый вкусный чай. Если вы его еще не пробовали, бегом покупать. Правда, он не всегда на сайте бывает, но это безумно вкусный чай, который мы пьем на постоянной основе уже не первый год, получается. Артикул 16053. Второй по любимости — это лесной орех с экстрактом каштана, 16009, тоже очень классный. Так, это еда, но это каша мультизлаковая с яблоком и фундуком, это прям моя любовь. Дальше, значит, опять фисташковый с ромашкой, опять с экстрактом каштана. Это идет кокос, семена чио и ананас, тоже очень приятный, вкусный чай, реально приятный и вкусный. Так, а это что-то дочка купила, персик, клубника, это вообще не Faberlic. Они, наверное, попутали, мне сюда поставили, перестарались. Ванильное яблоко с корнем солодки еще, вот тоже очень вкусно. И не знаю, как вы на это отреагируете, но я сама в шоке. Значит, вот такая вот гора кофе. Значит, такая вот гора кофе, это доброе утро, доброе утро. Утро у нас очень полюбил папа. Ну вот, представьте себе вот такую картину кофеманов семьи Кононовых. Я просто обалдела. Это просто что-то с чем-то. Еда, все, что мы принимаем вовнутрь. И я хочу сказать, что вот этих, конечно же, было очень много. Больше всего из повидельных батончиков нам понравились очень вкусные батончики BSC инжирные. Хотела заказать второй раз, пока их на сайте нет, к сожалению. Конечно же, все из-под батончиков мы не раскладывали, но убывают они очень быстро и много, и очень много что уходит в мусор, но мы реально много едим, и у нас, когда гости приходят, у нас всегда есть ваза на кухне с батончиками.
Далее, обратите внимание, вот такая вот гора витамин накопилась за 3 месяца, и это еще без тех витамин, которые мы брали с собой. Это, во-первых, омега, вот столько много омеги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, да? Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9 банок омеги. Но это еще не вся омега, потому что мы с собой сколько брали, мы все это выкидывали. И вот такая вот новинка, комплекс К2 плюс Д3. Артикул у этого комплекса 81-15. Очень понравился нам этот комплекс, прям такой прилив сил и энергии. В компании Faberlic тоже появился D3 витамин, но тут D3 идет с К2. То есть есть обычный D3, а есть D3 с К2 еще вдобавок. Вот, тоже пока пару флакончиков мы только выпили всей семьей. Далее, секреты Востока мы, конечно же, поменьше пьем. Омегу, у меня дочка пьет омегу Faberlic. Ой, если не соврать, по 2 штучки 2 раза в день. Вот нам сейчас 8 лет, начали мы ее пить, когда я зарегистрировалась в компании с 2015 года. Где-то с лета 2015 года мы все время пьем омегу Faberlic. Вот представляете, сколько. Живицу обязательно пьем, и в дорогу мы очень много живицы берем. Она и для сердечка, и для мозга, для всего. Ну и калорий-блок. Когда что-то много поедим на застолье, мы его, бац, все по таблеточке. Ну, чтобы не полнить так быстро, так сильно. И я даже, если честно, не знаю, нормальный ли это подход. А далее... Викуське очень понравились такие вот конфеты шоколадные без сахара, но когда есть вот такие красивые и вот такие, она выбирает зеленые. И в принципе все выбирают зеленые, потому что они на меду. На меду есть с корицей, спирулиной и с кокосом и нони. То есть их два вида. Вот Викуська у меня прям любит эти конфетки. Их действительно вот там, тут их очень много. Далее вот такие вот шоколадки, да, приходят гости, я их выкладываю. Ой, не знаю, сотню, наверное, уже подарила. Вот такой шоколад со зверюшками. Не знаю, есть он сейчас в наличии или нету. Тоже Викуська скушала. Опять-таки гора шоколада различного. Шоколад тоже без сахара. Да, различные батончики. Вот тут вот, да, прям куча мала. Сразу видно, да, которые лидируют, которые не лидируют. Да, вот это все. Вот эти батончики, они очень классные. Они идут с коллагеном, но больше одной штучки в день желательно их не кушать. Далее, куча-куча майонеза. Муж у меня любит больше оливковый. Он очень вкусный, реально вкусный оливковый майонез. Но его не было, и в пустышках один легкий. Потому что из магазина мы уже кушать не хотим. Также, как вы видите, ушло много соусов. Но соусов поменьше. И классических, и шашлычных очень много ушло, и оливковых ушло бы больше, чем легких, но из-за того, что оливкового не было в наличии, он реально повкуснее будет, пожирнее, да, мужчинам, конечно, пожирнее больше нравится, и из этого вот ушло меньше. Батончики кокосовые со вкусом лимона, если честно, мне не понравились, какой-то такой пустоватый аромат, но мне очень понравились со вкусом манго, но их очень долго не было в наличии, вот они сейчас появились, я их заказала. Дальше, значит, такие вот батончики Нечая Family Club, они уже идут не повидельные, а злаковые, тоже прям едим, тоже понравились. Ждем еще каких-нибудь вкусных новинок, типа какао для детей и так далее. Это тоже очень надо в семью, и не хочется вот это вот какао, например, магазинское, но пока какао нет, к сожалению, но я тоже подала идею. Очень классная маска для лица. В дороге я таких использовала, наверное, 5 или 6. Распробовала супчики BSC, и я, и моя старшая дочка. Иногда я просыпаюсь, я могу много-много-много работать, потом уснуть часов в 6 вечера, встать часа в 3-4 утра, продолжать работать. И вот когда неохота ничего делать, да, там 3-4 ночи, а кушать уже, завтракать уже хочется, то вот такой крем-суп, это просто сказка. Он вкусный, классный, в нем мало калорий. И пьешь горяченькое и наедаешься. Далее, ну вот реально, когда лень стоять у плиты. Далее, гелевая маска, патч для кожи вокруг глаз, гиалуроновой кислотой с коллагеном. Закажу еще, наверное, раз 100, потому что очень понравилось.
детские влажные салфетки. Хочу заострить ваше внимание на такой вот, пусть дорогой штуке, но очень крутой, артикул 1413, гидрогелевые патчи вокруг глаз. Это для девочек, кто уже за 35, у кого верхнее веко уже поплыло. Отлично подтягивают. Отлично подтягивают, но дороговато. Дороговато. Вот. Дальше. Вот, кстати, и вот эти вот батончики со вкусом манго. Это прям любовь моя. Я их сейчас даже прям вам артикул скажу. 16.064. Они реально классные. Вот. Такие вот батончики. Они 4 штучки идут в упаковочке. Вот эти батончики, они, знаете, такие простецкие, легкие, прикольные, в меру сладкие, да. То есть, ну, там ничего такого, вот никаких привкусов нет. Они просто вот как кокосовые батончики. Что-то типа непереслащенного без шоколада Баунти, да. Вот так можно тут сказать. Далее, вот, конечно же, не могу я свое утро начать и не протереть свой стол. Влажные салфетки для экранов мониторов сейчас еще лучше появились, новая версия. Салфетки от пятен, это вообще в поездке, они у нас пачками уходили, мы ездили на интенсив с мамами с этими салфетками. В общем-то, мы спасли одежду руководителя центра, и она, давай всем рассказывать, все у нас заказали, в общем, там, я не знаю, пачек 50, наверное, у меня раскупили, может быть, даже больше. Вот, коралловый кальций всегда, всегда по пакетику в 19-литровую бутылочку, у нас вода приходит на дом, никакие очистители мы не ставим, потому что я почему-то, я не знаю, я больше заказной воде верю, чем вот этим очистителям, которые стоят дома, из-под крана пить воду, не знаю, непривычная к этому, вот поспорьте со мной в комментариях, может быть, я и поставлю эти очистители, может, я что плохо про них знаю, но их так сильно рекламируют, что послушаешь, так все идеально, а люди говорят, нет, нифига, здоровье стало хуже, все равно очистители плохо очищают, там, в общем, практиков послушаешь, они недовольны. И вот когда нам привозят воду привозную, я ее обогащаю вот этим вот коралловым кальцием, то есть сразу же туда, в 19-литровую бутыль, я выкидываю все 12 саше пакетиков, саше пакетики открывать не нужно ни в коем случае, и артикул 157.30, и вода, ну, как бы, становится лучше. Огромное количество таких вот прокладочек израсходовала, кучу, это дневные 10 штучек, и вот еще хочу вам порекомендовать очень такие вот шелковистые носочки, две пары капроновые были. Я их прям специально сама лично в пустышки положила, потому что они мне понравились. И качество, и все. Их можно еще... Я их сколько раз и в машине стирала. Они крепкие, они не рвутся. Они прям суперские. Вот прям рекомендую. Попробуйте. И новинка. Вот такие вот мини-патчи для проблемной кожи. Вот такие вот патчики. Вы их приклеиваете ровно на прыщик, на какое-то покраснение. И оно очень быстро заживает. Ну вот как блогеры говорят, я это купила по совету блогеров, да, вот эту вот штучку. Что наклеиваете, наносите тоналку, пудры сверху, ничего не видно, ничего подобного, очень видно. Но на ночь, и когда вы находитесь дома, наклеить, чтобы не теребить покраснение, особенно, чтобы подростки это покраснение не теребили, да, и чтобы прыщик быстро, очень быстро зажил, если его не трогать, сразу наклеить, то он и не взбухнет, и не набухнет, и не напухнет, и очень быстро созреет, и от покраснения вы избавитесь. Вот это, конечно, замечательно. Вот, артикул 910-103, 24 штуки, я заказала, я попробовала, действительно отлично заживляет, если его не ковырять, да, отлично заживляет, и тут, конечно, я заказала сразу еще 5 пачек, вот, прям тоже хорошая штука, ну и VIP-новинка, которой еще нет в продаже, но она уже в моих пустых баночках. Ну, на момент съемки видео ее еще нет в продаже. Мне понравилось, как оно работает в шкафу, как оно действует в шкафу, поэтому я прям довольна-довольна. И я таких заказала 10 штук и не прогадала. Артикул 302.78. Крутая штукенция, прям крутая. Так, далее, а что это такое? А, мочалка с кусочками мыла. Вот, ребят, по поводу мочалки с кусочками мыла я вам могу сказать так. Нормально, мыло вроде бы пенится, вроде бы все хорошо, но все-таки гель для душа как-то мне больше близки, и я не могу сказать, что под впечатлением, но так как других мочалок нет на сайте Faberlic, я все равно эти заказываю, но даже в мочалку с кусочками мыла я добавляю гель для душа, поэтому пока дождешься, пока она вспенится, пока не вспенится, господи, надоедает. Поэтому вот эти кусочки мыла, я их, можно сказать, не считаю.
Артикул 910.11. Хочу похвалить вот такой вот, такие вот салфетки. Это уже BSC, пустая баночка. Прям очень хочу похвалить. Это успокаивающие, смягчающие влажные салфетки для детей. Артикул 5106. Отлично. Даже для интимной гигиены, для деток подходит. Замечательно. Ну вот, в принципе, и все. Такая вот гора пустышек. С вами была Конова Аня. Проект Фаберлик Онлайн. Обещаю столько больше не копить.